зонтик, умоляю. Недолго музычка играла, ребят. Пошел. Ау. Не, нужно по набережной надо идти. Мы идем за каршерингом. Двери, которые я сажал, это был, знаешь, какой год? 67-й, 66-й. Каршеринг был красивый. Как это вот напротив гастропорта, это вот здесь такой парк. Папа рассказывает, что здесь сажал деревья. 66-й, 67-й год. Правильно. Спорт прежде всего. Это школа. Стадион «Спартак», по-моему. Нет, футбольную секцию ходил. Да? Мы вот купались этим водопадом, видишь? Ага. Мы ходили, пацанами купались. Все опасно. Опасно. Вот там вот папина школа. Седьмая школа. Так, друзья, мы приехали в дом, где родился мой папа и жил здесь в детстве. Не знаю, нас, наверное, сейчас могут отсюда выгнать. Вот улица Краевская, Греческая. Это Бытха, район Бытхи. Вот там вот. Это дом с красной крышей. Ничего не видно, да? Просто Краево-Греческое. И вот тут, вот, и внизу там же вот огород большой-то. Ты, Джеви, вообще вот так вот здесь хорошо бы дачку, да? Вот так, да, видите? Ой. Ага. Здесь же воздух. Да? Она, маку. А где Ахунт тут? Да. А ты посмотри, какой ой, этот. Главпочтам, посмотри, какой. Да. А где Ахунт? А, вон он. Ахун, гора Ахун. В общем, друзья, где-то вот здесь вот папа жил, семья здесь, бабушка, дедушка, все здесь жили. Не знаю, вам это не очень интересно, но нам это интересно. Вы тоже маленький, да? Не, сейчас я возьму тоже. Мы взяли каршеринг, кстати, китайскую машину, шикарная, просто шикардос, посмотрите там какая вся. Все как я люблю, мониторы, электроника, дождь пошел. Вот он, колодец, вот он, я колодец, который... А забыл, ты вот этот? Нет, не было. А дом один был по адрес? Не было, его так. Один. Да, один, один. Один домик был и сарайчик, и туалет. Нет, адрес, то есть краеведческая, да? Один, точно, точно. Это стоит. И сколько вы здесь жили, пап? Ну, долго так. Долго? Ну, на быту квартиру дали. Стайники, да, жили? Ну, вот из роддома нас сюда привезли. Ну, а сколько лет прожил? Пять лет. Такой. Вот мы до 5 лет. А потом жили на бытке. Квартиру папе дали. Это надо квартиру пойти посмотреть. Можно, да. А что там? Давай заедем. Где мы квартиру получили? Дом тоже. На бытке. Давай посмотрим с ним. Ну, конечно, здесь уже все застроено, перестроено. Вот этот дом, вот.
бабушкин сарай. Помнишь, жили, и вот отсюда вышел... Так у вас еще и поросята были? Да, поросята были. Знаешь, что, когда дед решил поросенка зарубить, он говорит, ты держи, говорит, лапы ему, держи лапы. А он как дал, а там же кровища была. А вот мама нам купила все. Белые плащи. Посмотрим, что здесь. Краеведческая. Я почему-то думал, что уже ничего здесь нет. Нет, частный сектор. А это получается 52-й год, 57-й. 52-й, 57-й год. Ромке было где-то годик с чем-то. Он уже... Ага. Ходить не умели, а лазили на четвереньках и с курами. Они червей ели, и мы. Питание какое у вас было диетическое. А мама спрашивает, как вы можете, это же черви, а мы показываем на этих курочек. А им же можно, а нам почему нельзя? Давай нас отмывайте. Ну, нормально все. Да, вниз. Это вот туда, где мацисты. Ну там речка есть, да? Да, маленькая. О, вот тут. Оля, речка вонючка. Речка. Ну понятно. Да, сады, а сады, слива. Это электрика не было. Не было. А здесь лес был. Да. Смотрите, как дерево покрыто мхом. А что продавать? Может, там его дети остались, они вот... Посмотри, все дерево покрыто мхом. А, прям до видовер. Тут все, смотрите, под нашей машиной кто сидит. Всегда с собой, да? Цвета, она не может пройти мимо и не покормить кошек. А у нас такое чудо тут сидит, смотрите. Вон. А вот там, смотри, там был ресторан. Оля, дай мне старая мельница. Да? Дай мне зон, Оля. Алло, помнишь там вот старая мельница? Ой, все, садимся. Какие она куричи печет на Пасху, Жень. Кто пробует, ой, ну хоть обеды. Дождь не прекращается сегодня весь день. Мы покушали в грузинском ресторане и пришли в парк Ривьера. К сожалению, уже темно. Но все-таки эту красоту я вам покажу. Здесь прям вот розы-розы. У нас, кстати, во дворе тут у бабушки такие же цвели, только они прям высокие были. Белые, розовые. Вон. Целый какой-то парк. Я в Ривьере не был 100 лет. Тут так все изменилось. Та-да-да-та-да-та. Я, наверное, сейчас оденусь, потому что я без рукавов. Прохладно. И, по-моему, они уже все-таки розочки отцветают. Но все равно красота. Такие лавочки, беседки, подсветка.
там много роз. О, сейчас туда я пойду, покажу вам эту красоту. Так, роза называется «Привет». Ну, привет, коль не шутишь. Кстати, даже это деревце такое. Роза называется «Четыре сезона». Спасибо, что боретесь с желанием пройтись по газонам. Хорошая надпись. Вот здесь прям много. Здесь прям много розочек. Это уже не розы, но тоже красиво. А чё вы зонтик-то не возьмете, не откроете? Ну да. Чуть-чуть выпили, уже зонтик-то и не нужен. Правильно? Выгул собак запрещен. Тоша, прости. Тебя бы сюда не взяли. Так, пойду вот я вот сюда, вот на красивое место, лавочки. Достану кофту. Надену ее. Ну, посмотрите, какая красота. Посидеть вот так вот, а. Вот даже мусорное ведро красивое какое. Да, уже все отцвели. Посмотрите, тоже все розы, розы, розы. Посмотрите, какая тут красота была, когда все это цвело. Новый рассвет. Новый рассвет, да, называется? Тут, когда проснешься под розой, называется новый рассвет. О! Так, это кто у нас? Максим Горький? Маяковский? Если я не ошибаюсь. Пушкин. Там, наверное, Лев Толстой. Но это не точно, если что, друзья. Имейте в виду. Не могу вас обмануть. Город Сочи, конечно, это город каких-то невероятного какого-то количества кафешек и ресторанов. Так, наверное, и должно быть. Курортный же городок-то. Но как они, бедные, выживают зимой, когда не такое количество людей? Не знаю. Как нас часто в детстве водили сюда, в Ривьеру. Самый любимый аттракцион у меня был, это, конечно же, машинки вот эти вот погонять. Там всегда была самая большая очередь. Косички заплетают, да? Еще кафе. Хочу обратить внимание, с клетчатыми диванами и креслами. Не пройду мимо, подойду поближе. Пожалуйста, пожалуйста. С каждой стороны кафешка, кофе. Из пеньков, что ли, с этих? Ой, посмотрите, как красиво. Дерево громадное какое-то. Из него рука как будто бы. Вот для детей раздули. Ой, извиняюсь. А вот там, по-моему, дельфинарий. Насколько мне известно. А, океанариум. Ну, почти одно и то же. Опять кафе, 4 сыра. Оу. Конечно, я не знаю, как здесь, но после Таиланда лучше, наверное, я не увижу шоу крокодилов. А, ну вот и дельфинарий, собственно, там же, где океанариум.
жареное мороженое. А, ну тоже Таиланд. Добрый вечер. Называется жареное мороженое тайское. И тоже снегом поросло. Далее. Я вот дико извиняюсь, когда вот такие вот статуи я вижу, они бывают разных размеров, там нужно вот на счастье что-то потереть, там даже в Америке вот бык какой-то стоит, и яйца у него все трут, извиняюсь. Но вот здесь, судя по... Они что трут ей? На какое счастье? Потому что, ну это видно же, что трут эти места. Ой, блин, не могу. Ну, наверное, на удачу. Розовый фламинго, дитя заката. Розовый фламинго. Ну, посмотрите, кафе на кафе. Просто раз, два. Ну, с каждой стороны. Пожалуйста. Пираты Карибского моря, аттракционы. Ну клево же. Сидят. Она в айпаде, а он бедный напряжен. Куда поедем? Кадруки. А, да. Помните, какие раньше в парках были статуи там с мячиками, с теннисными ракетками, там, не знаю, смотрящими вдаль, спортсменки такие, комсомолки. Внимание, 21 век. Сидит парочка, конечно же, вся в гаджетах. Умоляю, с кофейком, конечно, у нее еще и гаджеты подсвечиваются. Не, ну я не против, как бы, да. Почему нет? Смотрите, тут даже есть специальная зона Wi-Fi. Очень миленькая. Посидеть, зарядить телефоны. Да, прям Ривьера изменилась, конечно. Что я могу сказать? Все, вот на выход центральный. Сколько себя помню, столько потом видишь, клиника и стоит. Но это мозаика.